Да. Дерюгин и Синева поругались. Да, пойдемте в офис продаж. Это будет офис продаж Шагал. Я говорю, а где сам Шагал? Он говорит, вот это. А я говорю, да это же НАУ. А он говорит, тогда я не знаю. И потом, где написано офис продаж? Родители смотрели, а ты куда? Вот, я в карте. Вот. А я смотрел, где написано офис продаж Шагал. Посмотри! Вот, в окно посмотри! Я понимаю, что ты женщина и любишь поспорить, но офис Шагал вот здесь вот. Добрый день, друзья! Меня зовут Павел Кулагин, и сейчас мы находимся вблизи стройки нового жилого квартала NOW от компании Tecta Group. Какой-то огонь попали здесь, новостройка на новостройке. Вот это парк легенд или что это за хрень такая? Напротив находится жилищный комплекс Технопарк в ближайшем соседстве с жилищным комплексом Нагатино Айленд, который находится сзади меня. В ЖК Технопарк находится офис продаж ЖК Шагал. То есть здесь все, так сказать, перемешалось. Все. Парк, так, отлично. Да. Офис Шагала здесь. А да. Это Шагал или НАУ? Это НАУ. Это... Что творится? Творится прекрасное руками прекрасных застройщиков, Эталона, Текта. Не знаю, кто построил технопарк, но, наверное, тоже кто-то очень прекрасный. Место шикарное, на набережной будут хорошие видовые красно-белые квартиры. Есть. Красное-белое, это вообще огонь. Значит, мы тут разобрались, что здесь к чему. Значит, смотрите, за спиной у меня сейчас находится жилой квартал NOW, Tecta. Вот он. Tecta. Да, Tecta Group. Это ЖК Технопарк. Вот это ЖК Технопарк. Вот там дальше находится квартал Айрия. Туда мы не пойдем сейчас. Вот, мы хотели зайти в офис продаж Шагала, который еще только строится. Поэтому, соответственно, пока там... Еще ничего нет. Она вообще гениальная женщина. Я с виду постройки определила, когда они закончат строительство, не зная даже этого. Я в восторге от ЖК НАУ. Значит, первая очередь 12 домов, вторая очередь 7 домов. Здесь будут прекрасные виды на Москва-реку. Соответственно, это очень сильно возрастет в цене. Поэтому сейчас инвестпотенциал очень хороший здесь. Видовые характеристики будут не только у второй очереди, но и у первой, так как дома расположены в шахматном порядке, что не перекрывает вид на набережную. То, что это все стоит на набережной, это очень круто. ТЭЦ, недействующая отзила, будет убрана, будут демонтированы трубы. Очень обрадовало то, самое основное, что будет школа. Вид будет на Зилард. Зилард еще не все построил. Когда он построит свои новые корпуса, то есть виды будут отличные. Метро достаточно рядом. Ну, если кому-то действительно в бизнес-классе это важно. Да, вот, Паш, покажи, что сейчас это все какашка на самом деле. Вот. Но здесь вот очень хорошие виды. Все это демонтируется, и все построится, новые дома. И будет вид на воду. Это потрясающе. Он сдается в конце этого года. Ключи в начале 22-го года. Сдается он поэтапно. Концепция великолепная. Мне очень понравилось. Tecta очень хорошо строит. И этот проект на самом деле заслуживает вашего внимания. Я люблю NOW. Мне нравится Tecta. И покупайте у нас. Вот офис Шагал. Вот. Я только что с рабочими разговаривала. Ирина, зачем ты споришь? Там, я понимаю, что ты женщина и любишь поспорить. Вот смотри, жилой квартал Шагал.